Здравствуйте, друзья! С вами Кодерлайн, технический специалист коротеньких Руслан. Сегодня мы поговорим о такой ошибке, как итератор для значения неопределен. Распространенная причина возникновения ошибки итератор для значения неопределен – это применение итератора к значениям, не относящимся к коллекциям. Итак, что же такое итераторы? Итератор – это интерфейс, представляющий доступ к элементам коллекции и навигации по ним. В 1С предприятия 8 имеется итератор для каждого, представляющий собой универсальный способ обхода коллекций. Итератор позволяет получить в переменной с указанным именем поочередно все элементы коллекции. Он может применяться для обхода большинства коллекций. Коллекция представляет собой контейнер, в котором может содержаться набор значений одного или различных типов, а также позволяющий обращаться к этим значениям. Существуют различные виды коллекций, такие как массив, структура, таблица значений, табличная часть и другие. И сейчас давайте попробуем создать ситуацию для возникновения данной ошибки. Для этого в модуле приложение создадим процедуру перед началом работы системы. В ней создадим массив, добавим в него элементы. Далее создадим процедуру, в которой будем осуществлять обход по коллекции. Назовем ее «Осуществить обход коллекции». И создадим для нее один параметр коллекция, который будем передавать на вход. И в ней воспользуемся итератором для каждого. Внутри тела цикла просто выведем элемент коллекции. Также для себя добавим вывод диагностических сообщений о том, на каком моменте находится наш код. И вернемся в процедуру перед началом работы системы и пропишем вызов созданной нами функции. На вход передадим
ранее описанный массив. Все, в результате работы данных процедур должен быть создан массив, передан в процедуру осуществить обход коллекции. В ней должен осуществиться перебор элементов коллекции, и они должны быть выведены на экран. Посмотрим, что из этого получится. Ну вот, можно заметить, что был создан массив. Мы попали, затем передан в процедуру осуществить отход, где были пройдены. Сначала был пройден наш флаг начала обхода коллекции, затем осуществлен перебор коллекции и вывод их элементов на экран. И, собственно, завершение коллекции и завершение всей процедуры. Теперь давайте сымитируем ситуацию. Провоцирующую ошибку итератор для значения неопределен. Для этого создадим элемент, назовем его не коллекция, и пускай он у нас будет равен строке. И этот элемент мы передадим также в нашу функцию. Не коллекция. И так как мы с вами знаем, что данные вызов приведет к ошибке, то сразу поместим его в обработчик исключения. И в случае исключения выдадим описание ошибки. Запустим еще раз. Посмотрим, что у нас получилось. Можем увидеть, что, как и в первый раз, наш код по созданию массива и его вывода завершился успешно. И дальнейшим вторым шагом осуществляется вызов второй нашего объекта, не относящегося к коллекции, в результате чего мы попадаем Проходим первый флаг и во время обработки итератора для каждого получаем исключительную ситуацию. Итератор для значения определен. В результате чего дальше управление передается конструкцию попытка и формируется сообщение с описанием ошибки. В заключение добавлю, что данная ошибка возникает, как правило, вследствие невнимательности разработчика. На этом все. Спасибо за внимание.